И вновь доброго времени суток, еще это канал Нукомец Парадокс, и это игра под названием Вены. Вены! Да-да, Парадокс опять нашла какую-то странную хорорюшку на RPG-мейкере. Очень странную. Она вроде бы вышла совсем недавно, по крайней мере на сайте. Слушай, знакомая девочка. Это случайно не от тех же разработчиков, что и Сон о Чревоугодии? Здравствуй, дорогой игрок. Я хотела бы дать вам краткое объяснение об этой игре. Ваша цель состоит в том, чтобы получить все эффекты и найти каждый клон, который находится на картах. Что-то знакомое. Юминики, что ли? Передвигаться можно с помощью клавиш со стрелками. Вы можете использовать эффект, выбрав его из меню после нажатия клавиши Escape. Можете сохранить игру, сев на стул в своей же комнате. Ага, пойти спать, чтобы сохраниться. Вы можете использовать некоторые эффекты, нажав клавишу Shift. Пожалуйста, найдите наушники и наслаждайтесь путешествием. Ах, да. Эта игра содержит кровавые сцены и ужасающие картинки. По нам звонит колокол, слышишь? По нашей нервной системе. Что с ними не так? Это ненормально. Для меня лучше найти способ выбраться из этой комнаты, но... Я могу выйти только через балкон. Безумие. Прошу, помогите! Что это за хрень? Фига себе. Действительно, на юминики похоже. Файл один. Файл один. Где я? Тут на Shift, к сожалению, скипается текст. Я этого не знала, кстати. О, наконец-то. Я уже думал, ты останешься там навсегда. Э? Что? Что-то не так? Ты кто? Что это за место? Всего секунду назад я была в своей комнате, а теперь... Так ты не понимаешь. Что? Неужели тебя... Я для тебя просто незнакомец? Ну, разве должна тебя знать? Что ж, меня зовут Даниэл. Мы друзья детства или что-то вроде. Что? Это невозможно. Я тебя совсем не узнаю. О, а что ты помнишь из своего детства? Я... Да. Ничего. Как я и думал. Я не знаю, что ты полностью... Я не ожидаю, что ты полностью поверишь мне, но я могу рассказать тебе кое-что о тебе. Так что, может, мне удастся как-то убедить тебя. Ну хорошо, давай посмотрим. Вау, как это странно. Ты так много обо мне знаешь. Ну, мы знаем друг друга уже довольно давно. Ну, что случилось? Что это за место и почему мы здесь? И более того, что случилось с моими воспоминаниями? Я правда не знаю. Такое... Какое-то время я бродил вокруг и узнал только, что если мы используем одну из этих капельниц, она телепортирует тебя... Капельниц? Серьезно? Она телепортирует тебя в какое-то другое место. Похоже, что этот мир существует из-за какой-то группы людей. Но это трудно объяснить. Может, тебе стоит посмотреть самой? Но будь осторожна, потому что я видел там какое-то... Кое-что опасное. Капец. Кое-что опасное. Кое-что. Например, что? Для некоторых опасны ножи, для некоторых опасны чудовища. Конкретизируй, что опасное. Чтобы я знал, чего ожидать-то. Вдруг там ловушка по типу Индиана Джонса? Эх... Вечно на сюрпризы все сваливают, а? Ладно, может, я найду способ выбраться из этого места. Я не могу воспользоваться дверью из-за моих родителей. Похоже, что-то владело ими. Мне кажется, что в этом месте... Что в этом тоже может быть вина этой группы людей. Возможно, ты прав. В любом случае, не хочешь ли ты пойти со мной? Для нас так будет гораздо лучше. Ну да, не разделяйся в хоррорах. Это точно. Ладно, если ты так хочешь. Хорошо, выбирай, куда ты хочешь пойти. Чегось? Какие-то штуки. Вот типа, пошли сначала в зелененькую.
Так. Вы ввели капельницу с зеленой жидкостью в вену. А-а-а, так вот оно чё как. Так, окошко-то выдало мне фигу. Попробовала загрузить. Точнее, разархивировать. Загрузить до этого момента. Ой, а чё всё такое мрачное-то? Откуда могила? А, ну да, это ж хоррор. Что это? Светяшка. Эффекты. Оно не берется? О, чувствую, мы здесь надолго. Лавочка, скамеечка. Наверное, это кладбище. Значит, откуда столько могил? Коллекционировать трупы же не модно сейчас, да? На собственном дворе. О! О, там что-то есть. Ох ты ж, что это? Путь в никуда, или оно все-таки заканчивается? О! Мертвый кролик. О! Эффект кролика. Капец. Кролик, мы теперь с тобой братья. А, кролики быстрее ходят. Ты смотри. Интересно, сколько тут всего эффектов? Все эффекты. Я хрен его знает, где это все искать. Угу. Зацикленное пространство, то бишь. Ха. Так. Что это, лужа? Лужа. Крайне увлекательная лужа. Кого-то что-то не устраивает? Подсказывайте мне тогда. Что здесь делать? Так, ну и что мне с этим делать? Может быть, теперь кораблик возьмется или что-нибудь еще? Я без понятия. Кролик. Кролик. А что с этим кроликом делать? О, я капельницу нашла. Типа это все? То есть мне нужно было взять только эффект кролика. Сохранить нельзя. Ну хорошо. Голубая жидкость. О, что это за хрень? Что-то такое? На тебе школьная форма вроде. Какой-то психодел. Дамочка? Говорить не хотите или вам нечем говорить? Картины вам, пейзажики.
Так. Так, ну хорошо, допустим. А тут как бы дно. Вы думаете, что тут будет что-то интересное? Тут дно. И тут дно. Очень интересно. Я потому, собственно, и не прохожу ее, мне кишит задротство. Тут постоянное хождение туда-сюда, поиски всякой ерунды. Вам оно разве интересно? Если интересно, то сразу подсказки пишите. Что это? Вы нашли ключ? Класс. Что за девочка? Там так разговаривает. Ну, мы нашли ключ. Ладно. Найти бы еще дверь к этому ключу. Было бы вообще отлично. Немые взрослые, деформированные. Что это такое? Манекенчик. Разложившийся. Больше народу, меньше кислороду. О-о-о, кровь. Там кровь, слушай. Кого-то там разложили. Мне кажется, ли картины изменились? Были ж пейзажи. Пошла расчленёнка хардкор. Как туда попасть? О, я сюда попала. Это нехорошо. Скорее всего, это выход на... Выход на выход, скажем так. А, мыши-люди, чего у вас так много? Вызывайте дезинсектора. Чё за хрень? Его картина выглядит жутко. Эффект крови. Эффект. А, гадость какая! Ни хрена себе. Вот это я на превью поставлю. Эффекты. Кролик хотя бы двигается быстро. Пойду я отсюда, нос нахрен. То реально в миссию какую-нибудь превратят еще. Эх, психодел, психодел, еще психоделовов. Да. О, дверь. Та самая? И ничего не изменилось? Нет, нормальная девочка. Ключ. А от чего ключ-то? Алло. Наверное, другого уровня. Но вы, если что, пишите. Что, где, когда, куда. О-о-о, что это? Здесь что-то написано, но буквы слишком мелкие, чтобы можно было их прочесть. У меня буквы тем более мелкие. Здесь что-то написано, но буквы слишком мелкие. Так покрупнее надо на памятниках писать. Алло.
Чё, картины нормальными стали? И они в край долбанулись. Да вроде пейзажи вернулись. Почти. Скажем так, эту часть галереи долбанутость не затронула. Пойдем вверх, что ли? А, ну тут... Мы отсюда пришли. Это просто дальше картины долбанутые. Ну ладно. Возвращаемся в нормальный мир. Тихо. Давай засейвимся. Как тут? Они не должны попасть внутрь. Как тут сейвится? Во. Ваши воспоминания сохранены. В общем-то, это был канал Нокомец Продокс, игра Вены. Все будет зависеть от вашей реакции. Так что, если хотите продолжение, если вам понравилось, если же, конечно, у вас есть совесть, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, если не подписаны. А если же у вас нет совести, то... Мне вас очень жаль, потому что бессовестных людей никто не любит. А так, хорошего времяпровождения, услышимся в следующем видео. Пока!